Добро пожаловать в игру, где каждый играет через Твиттер. О нет, почему это в трендах? Привет! И добро пожаловать в еще один захватывающий эпизод «О нет, почему это в трендах?». У нас множество невероятно трендовых тем, и мы собираемся сразу же в них погрузиться. Вы, ребята, готовы? Я тоже. Итак, поехали. Почему это в трендах? Сильвестр Сталлоне. Может быть, выходит еще один сиквел «Рокки»? Нет. Он умер? Он не умер. Это немного безумно, но у него какие-то дела с Трампом? Да, именно! Да, Трамп отбирает ему должность правительства. Серьезно? Так точно. Ладно, едем дальше. Куча мусора. Почему это в трендах, Кэти? Какая-то экологическая катастрофа? В Джерси или еще где? Хорошая попытка, но нет. Трамп? Да, это снова Трамп. Кучей мусора он назвал BuzzFeed на пресс-конференции в честь своего президентства. А как насчет этого? Мальчик золотой дождь. Хорошо, хорошо, вы все почти успели, но я думаю, первая Кэти. Ладно, я знаю, что это Трамп. Да, это такой же Трамп, какой и мальчик золотой дождь. Да. Хорошо, Мартин Шкрелли. Трамп. Да, Гризли. Трамп. Да, нацистский сыр. О, я не знаю, что это и почему, но я попытаюсь. Трамп? Ты права. Погоди, все эти популярные темы о Трампе... Да. Почему? Это все, о чем мы говорим в Твиттер. Но раньше были и... шутки? Да, все это прошло. А теперь это просто нескончаемый поток дерьмовых, ужасных новостей о Трампе. Да. Да. О, нет-нет, погоди, я только что видела Келлог и могу поклясться, что только что видела Новый Баланс. Они должны продвигать брендовые твиты, не так ли? Боюсь, нет. Они были про то, как люди Трампа бойкотируют Келлог за то, что они против Трампа, и про противников Трампа, бойкотирующих New Balance за то, что они за Трампа. Я не могу носить New Balance? Все правильно, также вы больше не можете использовать Uber. Это ж отстой. Верно. Ну... спасибо. О, вот один, который не связан с Трампом. Почему это в трендах? Мэри Тайлор Мур. Она умерла? Она умерла. Да, отлично. Погоди, блин, я люблю ее. Это все неправильно. Вот забавная идея, описать вашу сексуальную жизнь, используя название любого фильма. Хорошо, я начну первой. Мой — это тайная жизнь домашних животных. Ладно, Кэти, я не знаю. У меня чувство, что... в смысле, каждый раз, когда я рассказываю... Не люблю я использовать слово «привилегии». Это заставляет меня звучать, как будто я глухой. Хорошо! Неважно! Боже! Ну, вот и конец нашего шоу. Присоединяйтесь к нам снова в следующем выпуске через 4 года, когда мы сможем, наконец, снова получать удовольствие. Господи, 4 года. Может быть и 8. О, боже. Я знаю. Озвучил Чирик. Привет, это Майк Трамп из Колледж Хьюмор. Кликай сюда, чтобы подписаться, или сюда для еще больших приколов. И пошли помощь, чтобы спасти меня от утопания. Пожалуйста, помогите. Помогите.